Обвинили в желании получить денег пострадавшего во время прохождения службы ноябрьского солдата Никиту Акишина. Напомню, молодой человек получил сильнейшие ожоги серной кислотой, канистры с которой срочники переносили по указанию руководства. Все уголовные производства следователи закрыли. Буквально на днях в социальных сетях появилось письмо от Никиты, в котором молодой человек довольно эмоционально описал всю ситуацию и свое отношение к решению суда. Хотел добиться, чтобы обратили внимание на то, что дело закрыли за недостаточность там, преступления, тут никакого не было. Там. Все правы, виноватым одного меня сделали. Никто точно не ответил вообще за этот случай. Ни командир части, никто. Прокуратура, адвокатов, которых мы нанимали, им там угрожают. То есть они не могут работать. Тоже они нам звонят, говорят, давайте как-нибудь на телевидении это, чтобы обратили внимание, чтобы в Москву дошло, там, я не знаю. Чтобы серьезные люди как бы услышали, и может кто поможет там, как-то посодействует, чтобы разобраться.